Привет, друзья! Сейчас мы с вами изучим упражнения для лица, которые омолаживают лицо, разглаживают морщины и способствуют выводу слизи из организма. Первое упражнение. Мы надавливаем кончиками пальцев у основания носа. И начинаем на вдохе вести с приятным усилием пальцы вниз до носовых крыльев. Здесь у нас специальные точки, отвечающие за наши гайморовые пазухи и вывод слизи из организма. А с выдохом в обратную сторону. Вдох вниз с приятным усилием, выдох вверх с приятным усилием. И давим пальцы не на нос, не в глубину, а немножко под 45. 12 раз. Вдох-выдох этот раз. И так 12 раз. Первое упражнение. И второе упражнение, похожее, где мы на вдохе прорабатывая точки, ведем вниз под скулы, с выдохом вверх к вискам, над бровями возвращаем. Вдох вниз, выдох вверх, вдох вниз, выдох вверх и вдох вниз. И вверх, выдох. 12 раз. Выполняйте два этих упражнения и будете сиять своей красотой и молодостью.